Дорогие друзья, об этом вам хотим рассказать только мы. На данный момент, дорогие наши зрители, в интернете об этом пока нету никакой информации. Поэтому верьте нам и смотрите наши новости от начала до конца. Сегодня рано утром на телевидение был приглашен известный российский киноактер Константин Хабенский. Он должен был выступить на одной из самых популярных телепередач и дать небольшое интервью. В итоге за несколько минут до начала эфира актеру стало плохо, у него поднялось артериальное давление, пришлось вызывать медиков. Медики доставили его в больницу, так как на месте провести осмотр актера не представилось возможным. Сейчас он находится в 28-й больнице города Москвы под наблюдением медиков. Остается только ждать и надеяться на то, что с актером все будет хорошо. Оставайтесь, друзья, с нами, смотрите наши новости, уже в следующем выпуске более подробнее мы сообщим вам об этой ужасной трагедии. До скорой встречи, спасибо вам за ваше присутствие на нашем YouTube-канале.